Привет, друзья! Это видео распаковки блока питания для компьютера GameMax GM500V мощностью 500 Вт. Взяли на сайте Розетка.ua, стоимость 609 гривен. Очень много хороших отзывов о нем. Можно сказать, что это универсальный блок питания для компьютера с среднестатистическими показаниями. Там хорошие характеристики, которые мы сейчас внутри посмотрим. Очень много было хороших отзывов на сайте. 1300 с чем-то отзывов. В принципе, оптимальное соотношение цена и качество, поэтому и заказали. На Розетке часто заказываем и доверяем этому сайту. Доставка была бесплатная, очень приятно. Если мы заказываем на сумму свыше 500 гривен, доставка бесплатная, через новую почту получили всего за несколько дней, что очень приятно, так как старый блок питания как раз вышел из строя и нужен новый. GM500 ATX Power Supply Eco серия. Такая коробка, сделана в Китае. Ну, сейчас все сделано вообще в Китае. Так. Вот она коробочка. А внутри у нас идет сам блок питания и шнур. Итак, приятно, что в комплекте есть шнур. Шнур не сильно длинный, но хорошо, что он есть, так как в некоторых блоках питания его в комплекте нет, метровый. Ну, достаточно стандартный, пойдет. Пригодит. Блок питания. Вот они его характеристики. 500 Вт мощность. Вентилятор у нас 120 миллиметров, стандартный, 12 сантиметров, да. Шнуры сейчас посмотрим, питание 230 вольт, 220, 240, стандартный размер, ATX 20 плюс 4 пина. Гарантия на него 24 месяца, 2 года, очень приятно. Ну, страна производства Китай, и сделано в Китае. Так, смотрим. Итак, друзья, смотрим по проводкам. Проводки вот, хорошо упакованы. Так, питание на материнскую плату. Питание на материнскую плату вот только отдельно вот тут выделено, что удобно. Сейчас будем смотреть по размеру, по проводам. Питание на материнскую плату у нас будет... Так, получается 50 сантиметров. Итак, первая ветка. У нас SATA провод плюс... Molex. Один SATA, один Molex. Дальше идет один еще Molex и два SATA. То есть два Molex, три SATA провода. Питание на материнскую плату с зажимчиком стандартное. И тут у нас еще есть на процессор и на видеокарту. Вот разъемчики. Если вам надо... Тут 8 штекеров, если надо, можно разъединить, и будет 4. Подключаем только один, если у вас на входе 4. Размер этой ветки у нас идет до первого. До молекса у нас идет 40 сантиметров. 50 сантиметров получаем до... Чуть больше 50 до первого SATA